Всем привет! В этом видео вы узнаете, сколько ивентовых круток вы сможете накопить за полное обновление 4.3 для Нави, Аяки, Райден или Юмии. Всем приятного просмотра! Обновление 4.3 стартует 20 декабря и продлится 42 дня. Будут вот такие официальные баннеры. В качестве компенсации за техработы мы получим 600 примагемов на почту. Выполнение ежедневок на протяжении этого времени — 2520 камней истока. Новой части карты не будет. Задание легенд Нави — 60 примагемов. Главное событие обновления даст 1000 примагемов и еще 4 побочных события — 1680 в сумме. Быстро истекающие промокоды со стрима следующей версии добавят 300 примагемов. Чтобы вы их больше никогда не пропускали, вступайте в наш телеграм. Бездна обновится 2 раза за все обновление. Оттуда 1200 камней истока, если вы ее закрываете. 80 примагемов за тестовые забеги. И еще 60 камней истока за ежедневные отметки на хуэллап. Около 240 гемов мы получим за веб-ивенты и внезапные промокоды. Они всегда есть в моем телеграме. Магазин Паймон успеет обновиться только один раз за время обновления. А это 5 ивентовых и 5 стандартных круток. И еще 5 стандартных круток за закрытие боевого пропуска. Результаты вас не обрадуют, видимо, это будет самый бедный патч за всю историю Геншина, потому что так мало круток мы еще не получали ни в одной обнове. Итого, в сумме получается 7740 примагемов, 5 ивентовых и 10 стандартных круток. Если перевести все это в ивентовые молитвы, то получится 53 ивентовые крутки и 10 стандартных за обновление. Напишите в комментариях, кого планируете выбивать. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!